Хорошая новость пришла из Германии. Мы продолжаем следить за состоянием еще одного нашего героя, Германа. Ему стало значительно лучше. Мы рассказывали историю о том, как мальчика сбила машина на пешеходном переходе. Он долго находился в коме. Деньги собирали всем миром. И вот врачи Гамбурга сотворили чудо. Герман поправился, фиксирует взгляд, самостоятельно кушает и даже плавает в бассейне. Ежедневно он проходит по 5-6 занятий. Физиотерапия, эрготерапия, логопедия, педагогика, музыка. Уменьшили Герману и дозу медикаментов. Но вот на продолжение лечения, которое дает очевидный эффект, по-прежнему нужны деньги. Все, кто готов помочь мальчику, контакты вы видите на экране и на нашем сайте www.rt-tv.ru.